Спонсор программы – Единый центр страхования ОСАГО. 21-19-64. Ночью 13 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Тамбовскому району поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 91-м километре трассы Благовещенск-Гомелевка. По предварительной информации, около часу ночи водитель автомобиля Toyota Creta не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате происшествия с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены двое мужчин 88-го и 89-го годов рождения, находившихся в салоне автомобиля. Мужчина 88-го года рождения от полученных травм скончался в лечебном учреждении. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. В Сковородинском районе на 12-м километре трассы Лена произошла авария с двумя пострадавшими. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Фото и видео с места происшествия прислал читатель АСН-24. Как рассказали в Амурской ГИБДД, авария произошла 15 апреля в 22:40. Водитель иномарки Toyota Crown не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuka. Toyota после столкновения слетела с дороги. Автомобиль получил сильные повреждения. Одно колесо здесь, бампер там, прокомментировал очевидец ДТП. Пострадали водитель и пассажир Toyota, оба 95-го года рождения. Молодых людей доставили в больницу. Вечером 15 апреля сильный пал прошел вблизи жилых домов в микрорайоне Европейский. Фото и видео с места происшествия прислала в редакцию Амурской службы новостей жительница микрорайона Анастасия. «Я приехал домой около 17 часов, уже полыхало вовсю, потом приехали пожарные. Дыма было очень много. Мне начала звонить мама, беспокоилась, как мы тут. И это уже не первый пал у нас, в пятницу тоже сильно горело», — рассказала девушка. В пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области корреспонденту АСН-24 сообщили, что пал был ликвидирован в 17:40. Над его тушением трудились 12 пожарных и 3 единицы техники. Вечером 15 апреля в Благовещенске во дворе дома по адресу Мухина 89 загорелась трансформаторная подстанция. Фото и видео с места происшествия в редакцию АСН-24 прислали читатели. Будка горела открытым пламенем. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожар уже ликвидирован. Его тушили 5 человек при помощи 2 единиц техники. Для того, чтобы потушить пожар, пришлось отключать электроэнергию. Как сообщили читатели АСН-24, электроснабжение домов, отключенных в результате пожара на подстанции, восстановлено около 23:00 15 апреля. Читатели АСН-24 сообщили о ДТП, которое произошло 15 апреля около 18 часов в Свободном. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с другой машиной на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кручинина, затем попытался скрыться с места ДТП, но далеко уехать не смог. На следующем же Т-образном перекрестке улицы Кручинина и переулка Зеленого он врезался в жилой дом. Очевидцы аварии сообщили, что пострадал только сам водитель. Уточнить обстоятельства происшествия пока не удалось. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Единый центр страхования ОСАГО приглашает автовладельцев оформить полис ОСАГО по государственным тарифам. Восстановит КБМ. Скидки до 50% за безаварийное вождение автомобиля. Универмаг, второй этаж. Телефон 21 19 64.